бизнес климаты жақсарту республикада кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау негізгі бағыттарын бір ретінде айқындалды. Үкіметтің бизнес климатты жақсарту бойынша жұмысын қызмет көрсеткішкілерін бірі Doing Business дүниежүзілік банкын рейтингтеріне орын болып табылады. Оның ішінде 2012 жылы Қазақстан 185 елдің тізімінде 49-шы орынды иеленді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ербол Тұрмаханұлы Орынбаевтың жетекшілігімен тиісті жұмыс тобы құрылған кезде 2008 жылы Doing Business дүниежүзілік банктың рейтингінде Қазақстан ұстанымын жақсарту бойынша белсенді жұмыстар басталды. 2013 жылдан бастап жыл сайын бекітілген рейтингке Қазақстанның ұстанымын жақсарту жөніндегі барлық реформалар мен іс-шаралар дүниежүзілік банктің Doing Business рейтингісін индикаторларын жақсарту жөніндегі шаралардың кешенді жоспарларына сәйкес жүргізіледі. Қазақстан Республикасы көптеген жылдар бойы бизнесті жүргізуді жалпы рейтингісінде барынша жектілікті жоғары ұстанымыға орналасылды. Жыл сайын өзгеріп отырған есептеу әдістемесі бойынша Қазақстан осы жылы Қытайды 91-ші орын, Түркияны 71-ші орын, Польшаны 55-ші орын, Ресейді 112-ші орын, Беларусьты 58-ші орын, Қырғызстанды 70-ші орыннан басып озып, осы жаңа алдын айтқан 49-шы орынға көтерілді. Бұдан басқа, биылғы жылы Қазақстан соңғы жылдары бизнесті жүргізуді елеулі түрде жақсартқан елдердің тізіміне енді. Казахстан поднялся на 30 позиций по индикатору регистрации предприятий с 55 на 25, чему способствовало упрощение процедуры создания предприятий и устранение требований об уплате минимального капитала в течение 3 месяцев после регистрации. По индикатору разрешения неплатежеспособности 55 место. Проведены реформы по внедрению ускоренного разбирательства реабилитации, продлению сроков, расширение полномочий, повышение квалификационных требований к управляющим. Наблюдается значительное увеличение позиции Казахстана по индикатору получения кредитов с 97 на 83. Были укреплены права обеспеченных кредиторов за счет внедрения новых оснований для освобождения от автоматического пребывания в реабилитационных процедурах. Вместе с тем, по отдельным индикаторам позиции Казахстана остаются достаточно слабыми. Несмотря на проведенную работу по индикаторам получения разрешений на строительство и международной торговли, республика занимает, соответственно, 155 и 182 места. В рамках работы на 2013 год по индикатору международной торговли запланировано внедрение единого электронного окна при экспортно-импортных операциях в сфере внешней торговли и пилотного электронного декларирования товаров по всем таможенным процедурам. Кроме того, работа по улучшению данного индикатора проводится в соответствии с отдельным планом мероприятий на 2012-2014 годы, утвержденный соответствующим постановлением правительства от 30 мая 2012 года. По улучшению индикатора получения разрешения на строительство в следующем году предусмотрено совершенствование процедуры согласования проектно-сметной документации и получения тех условий с учетом сроков выдачи соответствующих заданий. А в этих мероприятиях, которые будут осуществлены в этом году, доложатся более подробно мои коллеги. В целом, вся дальнейшая работа по улучшению позиции Казахстана в рейтинге будет продолжена в рамках комплексного плана на 2003 год, утвержденного распоряжением премьер-министра 10 декабря 2012 года. Однако, с учетом периода, оцениваемого экспертами Всемирного банка, который начинается 1 июля, вот, по крайней мере, в этом текущем периоде, с 1 июля 2012 года и заканчивается 1 июля 2013 года, считают целесообразным ускорить реализацию мероприятий, предусмотренных завершению до конца 2013 года. Это в первую очередь относится к автоматизации процедур и сокращению количества истребуемых документов. Кроме того, следует отметить, что всеми государственными органами, закрепленными за конкретными индикаторами в рамках осуществления общесистемных мер, особое внимание уделяется информационному сопровождению работы, то есть доведению мер, проводимых государственного органа, до местных исполнительных органов и самого бизнеса в целом. В соответствии с комплексным планом, ими в течение года велась разъяснительная работа путем организации семинаров и круглых столов с местными исполнительными органами и бизнес-сообществом на предмет правильного применения на практике изменений, направленных на совершенствование разрешительных процедур. Кроме того, на интернет-ресурсы государственных органов постоянно сегодня размещается необходимая бизнес-информация. Мы считаем, что этот объем недостаточен, и нам нужно улучшить качество работы, которую мы сегодня проводим.
В целом работа по улучшению легкости ведения бизнеса проводится правительством в тесном взаимодействии с экспертами Всемирного банка и программы ЮСАИД, казахстанским бизнес-сообществом и общественными организациями. Вместе с тем, вся работа по улучшению рейтинга Doing Business направлена не только на совершенствование нормативной правовой базы в целях повышения позиции Казахстана в указанном рейтинге, но и на улучшение бизнес-климата в целом и повышение его инвестиционной привлекательности. Уважаемый Сергей Ильич, вот сегодня в соответствии с отчетом Всемирного банка по индикатору международной торговли сложилась такая ситуация. Для осуществления экспорта из Казахстана необходимо сегодня затратить 81 день, оформить 9 документов, а потратить 4685 долларов США за контейнер. Для осуществления импорта в Казахстан сегодня необходимо затратить 69 дней, оформить 12 документов и потратить 4665 долларов США за контейнер. То есть мы говорим о двух аспектах методологии Всемирного банка, влияющих на нашу низкую позицию в рейтингу. Первый, конечно, это объективный, такой как географическое расположение страны и используемый при расчете данного критерия. Работа предварительная, Сергей Ильич, уже начата. Мы хотим провести соответствующую работу с Всемирным банком, с экспертами, чтобы учитывали для тех стран, кто не имеет выхода к морю. И эта составляющая транспортная, которая есть, она объективная. Ее вопрос не в бизнес-климате самой стране, а это является одним из ключевых индикаторов, на основании чего и формируется наш сегодняшний индикатор. Работу, думаю, вот мы будем проводить во главе с Ербол Турмахановичем в течение этого года. И надеемся, что мы сможем в какой-то мере изменить позицию экспертов Всемирного банка при расчете вот уже после 1 июля 2013 года нового рейтинга для Казахстана. Спасибо.